все сложилось иначе. Здесь же дело не только в труде и удаче. Написал бы песню про подвиги на войне, про заговор против страны, про давление извне. Топил бы за русский народ на Донбассе. Медаль за участие прилетела бы Васе. Хвалили бы на центральных каналах страны. Был бы божьим борцом против сатаны. Переживал бы на камеру за детей в Алеппо. Размышлял про Бандеру, конечно, нелепо. Но это бы не имело никакого значения. Публично одобрял бы военные учения. Писал бы в Твиттер про угрозу НАТО. Много шуток про Обаму написал бы, говната. Меня бы звали на разные ток-шоу. Говорили бы, Обломов — это хорошо. Хвалили бы меня в Министерстве культуры. На дни городов у меня были бы туры. По миллиону за город получал бы из бюджета. Селфи с Кадыровым постил бы из джета. Георгиевской лентой украсил бы альбом. Гимн Новороссии был бы на нем. В нем бы пелось о подвигах предков, о древе их жизни и о его ветках, о православии и о чем-нибудь светлом. Словом, обо всем хорошем и ни о чем конкретном. Лицо попроще и жизнь удалась. Отличный парень Обломов Вася. Прилично стелец, насколько можно нести херню, совсем не сложно. Лицо попроще и жизнь удалась. Отличный парень Обломов Вася. Прилично стелец, насколько можно нести херню, совсем не сложно. И мне бы предложили вести передачу. На первый гонорар с нее я купил бы дачу. Передачу на ТВ вел бы еженедельно. С Никитой Михалковым то вместе, то раздельно. Ржал бы над Шендеровичем и его матрасом. Сбитого в Турции летчика называл бы асом. Публично унижал бы Киев и всю Украину. В отминке навстречу мне отсыпали бы кокаин. Хвалил бы правительство и его поступки. В разговорах с правозащитниками бросал бы трубки. Говорил бы, что от санкций нам только польза. Говорил бы, что Крым — это наша боль за отечество и его место в истории. Говорил бы, что отдыхать надо в сочинском санатории. На майке моей были бы вежливые люди. Говорил бы, что Иванушка дурачок лучше, чем дядя Вуди. Говорил бы, что армия — это жизнь и школа. Что наш дюшес лучше, чем и Кока-Кола. Говорил бы, что стабильность дороже перемен. И что мы наконец начали вставать с колен. Говорил бы, что с демократией все не так однозначно. Страна у нас нормальная, все не так мрачно. Со свободой слова в мире есть много но. В любом государстве можно найти говно. Призывал бы страну не критиковать. Говорил бы, что власть, она нам как мать. Ее не выбирают, но с ней живут. А предатели только зря воду льют. Но если честно, я рад, что так не сложилось. Мои песни до сих пор кому-то в немилость. И пускай я на приемах не хожу по Кремлю, я нормально ем, и я спокойно сплю. Лицо попроще и жизнь удалась. Отличный парень Обломов Вася. Прилично стелец, насколько можно нести херню, совсем не сложно. Лицо попроще и жизнь удалась. Отличный парень Обломов Вася. Прилично стелец, насколько можно нести херню, совсем не сложно.